Есть что-то прекрасное в заброшенных и полуразрушенных останках былой цивилизации. Это отголоски нашей многогранной истории. Величественные сооружения некогда процветающего человечества, безмолвно доживающие свой век. Проросшие зеленью, потрепанные войной и временем, являются отпечатком великой эпохи. Эпохи тех, кто был слишком самоуверен и беспечен, эгоистичен и жесток, кто, к сожалению, или, может, к счастью, не смог отстоять свое право на жизнь.